EA Games. Сейчас, минуточку, еще раз запущу игрушку, потому что это какая-то фигня сейчас у меня случилась. Минутку. Будем с вами проходить, в общем, Гарри Поттера и Тайную комнату на PlayStation 1, как вы это поняли. Так. Мама, я стримлю. EA Games. Вот. Если есть сохранение, когда-то раньше проходил ее, но на стриме точно нет, так что давайте ее. С самого начала начнем проходить эту игру. Начинаем. Сохранение. Далее. Так. Начинаем. Первый год Гарри Поттера в школе Хогвартса среди магов и колдунов ему очень понравился. Вместе со своими друзьями, Роном Уизли и Гермионом Грейнджер, Гарри смог победить лорда Вольдеморта, самого грязного тёмномага всех времен. Но Гарри вернулся на улочку Привет Драйв 4. Его часто запирали в грязном чулане. Даже несмотря на то, что он маг, он не мог бежать, так как колдовать строго запрещалось. Тогда, в один из дождливых дней, он встретил у себя в комнате эльфа по имени Добби. Добби велел Гарри не возвращаться в Хогвартс. «Гарри Поттер не может вернуться в Хогвартс! Если он вернется, то будет в смертельной опасности! Там все подстроено, Гарри Поттер! Могут произойти ужасные события!» Добби исчезает сразу после этого. Рон Уизли и его братки Фред и Джордж приезжают на летающем форде Англии спасать Гарри из его заточения. Гарри всем типам поведал о Бобби. «Очень хорошо. Кажется, что Добби очень нравится шутить. Ты можешь представить, что кто-то в школе сильно против меня?» «Драко Малфой!» К счастью, они приземлились у дома Рона в Барроуве. «Вниз!» Мама Рона, Молли Уизли, прошла через двор и встала молча перед ними. Она не очень-то довольна. Кровати пусты, ни записки, ни машины. Я чуть с ума не сошла. Похоже, что вы отлучились на несколько часов, и мисс Уизли смягчилась и обратилась к Гарри. Рада тебя видеть, Гарри, дорогой. Рональд Уизли, кажется, что я просила тебя оставить это занятие. Он же роняет все эти огромные трубы на пол в атике. Ты сведешь меня с ума. Давай, Гарри, пошли. И они пошли. Ну, озвучка тут, конечно, такая. Барроу. Графика наша. Детство. Рейд Рейдер. Так,
Привет, Гарри. Добро пожаловать ко мне домой. Кажется, это бриллиант. Спасибо, Гарри. Мы называем это Барроу. Давай, Гарри. Если призрак был закрыт за дверью Аттика снова, то нам нужен один другой способ. Мне кажется, что отец оставил в саду ящики. Почему мы не можем забраться по ним на крышу? Я смотрю, ты застрял у Дарсли на очень долгое время. Тебе нужно потренироваться с этими я... О! Вот так, Гарри. Еще один. Еще один, ладно, не достану точно. Пробуй и залезь на... Рональд Уизли, мне кажется, я просила тебя... О боже, мама и правда не думает. Нам кажется, что следует остерегаться. Watch me and... Окей. Сегодня с призраком разбираться. Верно. Нам надо успокоить призрака. Он все время здесь громко шумит и долбит по трубам. Используй кнопки направления, чтобы передвигать е... Верно, Гарри. Работа, Гарри, его это заткнет на время. Спасибо, что помог с ним справиться. Ак, теперь значительно тише. Вам теперь нужно убрать всех гномов из нашего сада. Найдите мистера Уисли. Он копается со своими немагическими вещичками. Верно, пошли к папе. Отличный удар, Гарри. Давай, надо найти папу.
Эй, смотри, Джинни на тропинке Павскейна. Почему тебе не пойти и не позвать ее? Она немного стесняется. Интересно, почему? Я пойду посмотрю к папе. Привет, Гарри, я рад тебя видеть. Я Джинни, я просто ищу нашего Павскейна. Я хочу убедиться, что Фред и Джордж не использовали его в своих фокусах при игре в Сквиддич. Приведи Павскейна к кустам, и он там немного поест, после чего даст тебе все орехи, на которые ты можешь купить волшебные карточки у Джорджа в Хогвартсе. Если ты приведешь Павскейна к кустам, где бы ты ни был, получил карточку волшебника. Она будет фолио. Существует два типа магических карт. Отлично, Гарри, вот магическая карта. Феликс Саммер, блядь. Лучше найти Рона, Гарри. Он ушел к отцу. Кажется, что это вот сюда. А ты тут живешь, как бы ты не знаешь, где это находится. Кажется, это вот сюда. Гарри, увидимся позже. Привет, Гарри, я Артур Уизли. Интересно, ты поможешь мне управиться с гномами в саду? Они используют Гардиум Левиоза, чтобы отодвинуть мусор. Держи эту кнопку для того, чтобы весь мусор взлетел. А твой курсор ты можешь использовать... Гардиум Левиоза! Гардиум Левиоза! И он так ордера говорит, конечно. Гардиум Левиоза! Отлично, Гарри, хорошая работа, ты нашел перчатки гномов, вот они. Гномов, там было, слышишь? Спасибо, что выручил папу, Гарри. Ты также узнал, как колдовать над вещами, я уверен, что ты со всем справишься. Чем быстрее мы уберем гномов из сада, тем скорее сможем отоспаться, я так устал. Время снять пока эти перчатки. Мама хочет, чтобы мы выбросили, когда заберем. Нажми кнопку «Брось».
Отлично, Гарри, это твой лучший результат. Как было весело! Ты хочешь но? Нет, я говорю, больше не будем. Хоть и весело было, но все равно. Привет, хочешь сразиться? Дуэль магов? Не говори мне, что ты никогда не участвовал в дуэли волшебников. Ты должен это знать. Безопасно? Конечно, тут почти безопасно. Тут почти безопасно, это самое интересное. Но все равно они пошли дуэлиться, ну ладно. Окей, принимать участие в дуэли очень просто. Вам нужно просто попасть своему противнику. Каждый раз, когда попадаешь к противнику, ты его обезоруживаешь. И не забывай, тебе нужно всегда использовать свой удар при нажатии клавиши вниз и отпускай ее. Но не волнуйся, Гарри, расправиться с своим заданием. Окей, дуэль! Готовься! Дуэль! Потом собираюсь вставить на пост сегодня вечером. Профессия будет хорошим учеником. Хорошая работа, Поттер. Хорошо играешь на новичка. Хорошая работа. Отлично, Гарри, ты выиграл первый раунд. Готовься. Дуэль. Дуэль продолжается. Дуэль продолжается. Спасибо, Гарри, отлично. Thank you.
Давай, Гарри, ты сможешь! Ужасно! Экспеллиамус! Отлично, Гарри, попробуй еще разок. Тебе придется смотреть специальные удары. Хорошо, Фред. Видишь, Тиви, ты находишь что-то важное. Получи то, что в нем лежит, и сможешь сразиться со мной. Так ты можешь высвободить кольцо, которое находится выше. Если ты видишь сверкающий телевизор, вау. Готовься. Дуэль. Классная игра была. Постоянно побеждаешь. Какая ужасная штука! Хорошо, Гарри! Отлично, Гарри, ты выиграл первый раунд! Дуэль, как меня прикольно. Готовься! Дуэль! Хорошая работа! Хорошая работа, Поттера! Ты такой страст, как и ты! Классическая матча! Отличная работа! Экспеллиамус! Вау! Только посмотри, ты же Гарри! Действительно. Мы должны найти Джинни. Она куда-то ушла гулять, а вся семья ждет, когда мы сможем пойти за покупками. Ох, кстати, остерегайся всяких фокусов, если у тебя будет мало жизни. Ну, это понятно, он просто лучше. Вингардиум Левиоза. Вингардиум Левиоза. Thank you.
куда ее уводят. Ah!
Киргисты двух крофта. Более-менее понятно. Меня ждет Леона. Молодой знакомец, кстати, не замечал. О, привет, Гарри. Хорошо, что ты пришел. Мой Пускайн проглотил мой мячик и теперь пытается его найти. О, Джинни, вот ты где. Хорошая работа, Гарри. Надеюсь, папа тебе не очень-то докучал. А теперь нам лучше вернуться домой. Мама и папа ждут, когда мы пойдем в аллею Диабон. Так как ты не знаком с порошком, узнай еще кое-что. Когда ты будешь около костра, скажи, куда собираешься. Поднимай локти. Должен быть в нужном месте. Are you sure this is safe? Проще простого. Диагональ аллея. Гарри не знает, кто он. Все, что он мог сказать, это то, что он не был в Диагоне. Злые, мрачные рожи уставились на него со стены и ржавых инструментов, которые свешивались с потолка. Скоро мне надо будет выходить отсюда. Гарри слышит звук из двери рядом. И появляются две размытые тени с другой стороны стекла. Гарри быстро осматривается и замечает большой черный шкаф. Он прыгает в него и закрывает двери, оставляя маленькую щелку. Через несколько секунд спустя звонит звоночек.
и входит в магазин Драко Малфой. Человек с Драко может быть только его отцом, Люционом Малфоем. Люцио ничего Малфой. Не трогай. Лицо мистер Малфой пытался продать хозяину магазина вещи черной магии, которые не нужны ему были в Министерстве магии. Гарри пошел в Флоуриш и Блоттс, чтобы купить новые книги. Пока он был там, Гилдерой Локхарт, новый учитель Хогвартса, составил автографы на последних своих книгах. Улыбочка, Гарри. Вместе ты и я окажемся на обложке журнала. Гарри встретился с Роном и Джинни Уизли. Люциус и Драко Малфой тоже тут были. Известный Гарри Поттер, а тебе здесь кругом все говорят. Джинни, которая любила Гарри, защищала его. Оставьте его в покое, он ничего не сделал. Люциус Малфой был очень обижен тем, что сделали книжки Джинни. Мне кажется, что больше твоему отцу сделать не удалось. Люциус Малфой был очень обижен тем, что сделала книжки Джинни. Сделала книжки Джинни? Боже мой. Люциус взял копию гида по травологии для новичков из котла Джинни, очень бегло просмотрел и потом поставил на место. Они нашли машину на дороге Чарик-Кросс, и после того, как она исчезла, они запустили ее назад в Лондон. Они видели Хогвартс-экспресс далеко-далеко и следовали за ним. Что они курили сейчас? Извини, но наши начали курнули сейчас, похоже, с такими голосами. Похоже, мы нашли поезд. Рон! А, нет, говорит, нормально говорит, да вот. Кстати, угодно в ход и ход. Не, ну у них голоса, конечно, с озвучкой с этой.
волшебников! Почти тут, Гарри! Ух, еще немного бы и все. Я не думал, что мы вернемся из тоннеля. Отлично, Гарри. Вот и Хогвартс. Попробуй приземлиться около замка. А как будет приземляться? Машина сломалась, я не могу управлять ей. Дерево! Помогите! Нам не убежать! Гарри, тебе нужно подлететь близко к дереву и воспользоваться магией! Подойди ближе к дереву, Гарри! Да, отстаньте со своим деревом. Помогите! Бедная машина, Рон. Такой счастливый, Рон, Гарри тоже не везет. К тому времени, как Гарри и Рон бежали из Хомпинг-Виллу, церемония отбора уже началась. Они посмотрели в главный холл и увидели, как старая и древняя отборочная шапка размещала новых школьников в Хогвартс-башне. Гарри помнил, что он сам надевал эту шапку год назад, и несколько секунд он думал, что шапка скажет ему пойти в Слитерн вместе с Драко Малфоем. Да пипец. Не Слитерн, верно? Ну, если ты хочешь... Гриффиндор! Ну, конечно, он оказался в Гриффиндоре вместе с Роном и Гермионой. Они наблюдали за церемонией отбор, а Гарри заметил, что за столом осталось одно свободное место. Стой! А где же Снап? И тогда за спиной Гарри услышал что-то ужасное! Это был профессор Снап, самый нелюбимый учитель Гарри. Я хочу слышать, почему двойня были на школьном поезде. Это было хорошее начало семестра, думал Гарри. Они последовали за Снапом в кабинет. Когда он был тут, Снэп показал им летающую машину в Хогвартс. Медленно отправляйтесь в свою комнату, а я подумаю, как наказать вас. О, боже. Ну, перевод, конечно, смешной тут. Енижный замок у нас. Нашу удачу. Фред и Джордж должны были улететь в этой машине, что они и делали много раз. Мне каждый раз кажется, что их исключат из школы. Пошли, Рон. Нам нужно в комнату Гриффиндор. Думаешь, что ты помнишь дорогу туда? Не вопрос. Пошли. Не вопрос. Пошли. Сейчас, секундочку, на балконе сделаю пару минут.
Боже мой. Вау, Гарри Поттер! Я Колин. Все только... И у тебя правда светился шрам на лбу? Как-то здорово. Будем сейчас изучать всем. А давно все было, я не помню, что и как тут. Летающий агрегат должно быть Хомпикс Виллоу. Люди будут долго об этом говорить. Бриллиант. Отлично, какой вход. Нам лучше отправиться назад в комнату, пока Снэпа нет. Снэпа. А раньше говорили снап, профессор, снап. Авторские права ты нарушаешь, фоткаешь. Нельзя фоткать Гарри Поттера без разрешения самого его. Look, there's not Carl's office. I'm surprised you can get his big head through the door. Awkward. Да уж. Будет интересно, походу. Дальше. Ой. Паро! Мне жаль! О, нет! Рон, подожди. Привет, ты веселый Ник? Точно, я раскат. Гермиона здесь? Конечно, ну. Я не могу. Пароль для рода. Гарри, не забыл. Все, мы узнали пароль. Карточки у нас есть. Гарри, мы должны попасть в главную комнату. Пароль! Маттлберт!
GPS пароль там Vault, Bird, какой-нибудь еще. Получилось! Похоже, что они за... Пошли, вы двое! Травология скоро начнется. Я забыл, как скучаю по ней. Давай, Гарри. Вау! Это... Посмотрите на мой... Боже. На первое занятие, короче, пошли, народ. Сегодня доклад-нибудь пройдем, и надеюсь, нормально. Потом еще... Давай, травология. В следующий день еще чего-то пройдем. Чтобы дойти до зеленых домов, если мы будем работать, то ты не должен уходить в Хомпинг Виллоу. Не напоминай. Замок. Теперь тут замок. Володя, сюда! Травология сюда. Далее травология. Далее травология, отлично. Как они бегают, это вообще смешно. Давай травологию сейчас сделаем, народ. Блин, не туда нажимаешь, постоянно пропадает этот значок. Ух, получилось это. Получилось, да. На травологии, пока не окончилось время, вам нужно пройти через сварящие часы для начала счета времени. Если вы сможете одолеть школьный рекорд быстрее, чем кончится время, то профессор Спраут даст вам что-то особенное. Спраут? Спрут, а не Спрут. Давайте попробуем. Ah!
вас! Поттер, добро пожаловать на второй курс по травологии. Наверное, всего хуже озвучка, я так думаю. Я профессор Спраут. Это предмет травологии. Прошу вас, будьте поосторожнее с венусом тентакула и зубы. А, Б и В могут занять свои места. Вам будут даны награды за успеваемость. Следите за моей волшебной палочкой на экране и нажмите нужные кнопки. Повторите это задание трижды, и вы узнаете заклинание Incendio Do. Будьте готовы. Окей. Отлично. 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 Окей. Впечатляет. А теперь вот это. Окей. Отлично. 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 Окей. Отлично. Браво! Какая концентрация? Будет сложнее. Отлично. Окей. Отлично. Отлично. Окей. Отлично. Травология, да. Согласен. Господин Поттер, вы получили проходной балл. Теперь следуйте за мной в гринхаус номер 3. Добро пожаловать в Гринхаб. Это Мандрейк. Его плач очень опасен, так как у вас может заложить уши. Нужно, чтобы вы собрали 3 смандрейка из Зеленого дома. Конечно, чем больше смандрейков вы соберете, тем больше очков получите. Гарри, стой! Что? Говори, Гермиона! Посмотри на мандрейков, на которых напали слизняки. Убери слизняков от смандрейков, используя Incendio Do. Когда слизняки пропадут, туда... Удачи, Гарри! Ужас. Incendio! Incendio! Боже мой. А со озвучкой тут, конечно, надо было поработать еще. Ну тоже пипец какой-то, не знаю, озвучка на самом деле. Инцендио! Инцендио! Да, озвучка. Инцендио! Интересно. Инцендио! Инцендио!
Отлично, нам нужно... Леонардо Левиоза! Боже, как стоит, упал и все. Ну так просто. Инцендио! Куда нам идти-то, боже? А я отсюда пришел, значит, нам сюда поступить. Инцендио! Инцендио! Желтая фигня нам ни фига не шла. А, нет, я не туда пошел, как бы еще. Дальше будет круче, наверное, будет. Да, он хотя бы 3 спасли, уже хорошо. Если будет 4, то нормально будет 4. Со звучкой скрипт, смешно играть с такой. Я не могу. Это что за блин? Отлично, вы спасли большинство смандрейксов.
5 очков Гриффиндору. Вперед, мистер Поттер! 145 очков у нас. Ты знал, что сможешь пройти на урок по травологии через секретный проход прямо отсюда? Тебе придется пройти в класс, откуда ты только сможешь. О, письмо. Письмо. Дочь, читать письмо. Гарри, пришло время потренироваться в сквитч. Встретимся с тобой на поле по игре в сквитч у моста через Хогвартс. Конечно, ложка, конечно, дает себе. Нам принять. Сова вроде Хедвиг у нас летает. Гарри пропустил травологию, и профессор Спрут ужасно разозлился. Привет, Небель, что такое? Я должен разобраться со всеми своими делами, только потом оказаться в проходе. Пора разозлиться. А он будет разозлился. Может, разозлилось тогда лучше было сделать. Тут семена как-то интересно перевернули. Не знаю, как-то перевернули семена из Гарри Поттера. Это просто что-то с чем-то, наверное. Привет еще раз, Поттер. Я все еще пытаюсь попасть в комнату по сквиддичу. Ты не мог бы по мне рассказать Оливервуду? Ты же все-таки член его команды. Привет еще раз, Поттер. Я все... Попробуй поговорить. Сейчас будем проверять, как летать у нас. Хорошо, Гарри, хватай метелку, мы с тобой начнем. Подготовку. Вот. Начало тренировки. В матче должен быть искатель, который поймает золотой снич и заработает 150 очков. Поэтому искатели должны быть очень осторожны, нужно тренироваться. Сперва мы будем учиться основам работы с метелками. С метелками. Эта метелка не полетит, если ты не оторвешься от земли. Тебе нужно сконцентрироваться на управлении. Направляй влево и вправо, пройти между отметкой. Это кнопка ускорить. Готовься. 3, 2, 1. Это не моя, Гарри. Гарри. Как слабо. Отлично, за такое быстродействие получи золотое крыло, 25 очков. Крыло. Верно, Гарри, теперь переходим на следующий этап. У меня две метлы, с которых ты можешь выбрать на... Вот тебе одна метла, попробуй пролететь на... Некоторые предпочитают лететь вверх и вниз немного по-другому. Вторая метла позволит тебе использовать кнопки. Хочешь пробовать снова? Так, Гарри, что ты выбираешь? Выбери свою метлу, нажав влево или вправо. Если ты решишь изменить управление позже, то сделаешь это на грани опций. Ты закончил основу тренировки по сквитчу. Хочешь выйти? Хорошая сессия, Гарри. Двери по тренировке для тебя открыты. Управление, конечно, там на тренде либо жестко.
Эй, Гарри, очень хорошая тренировка? Я не знаю, но ты думаешь, все будет так? Да, а почему бы и нет? Ты одарил Фреда и знаешь, что если всегда хочешь выигрывать, нужно принимать участие в играх. Это правда. Как насчет хорошей игры? Похоже, у тебя все хорошо получается. Надо тренироваться. Запомни, Гарри, ты можешь наносить сильные удары, сжав эту кнопку, но и наоборот, сжав другую. Смотри, все эти цветы... Верно, да. Приготовились? Дуэль! Сам предложил. Тобой. Мы можем. Приготовились? Дуэль! Как чудесно, Гарри, ты и правда очень хороший. Я думаю, ты победишь любого. Ой. Да уж. Ты слышал, что у Слидеринов будет новый искатель? Интересно, а кто это? Это я, посмотри, что мой отец подарил всей команде Слидерина. Самая последняя модель прошлого месяца. Мне хорошо, что никто в команде Гриффиндора не будет пробиваться. Никто не просил твоего мнения, грязнуля. Ты заплатишь за это, Малфой! Рон, ты в порядке? Я так не считаю. Рон, тебе лучше отправиться к Хагриду. Следуй, Рон, Гарри. И не... Уизли, как от тебя? Thank you.
А то руки устают под джойстиком так. Нажимать долго. Верно, Гарри, нам нужно оставить их в покое и заняться настоящим делом. Надо поймать их всех. Перебей миску патрона, и ты сможешь поймать их всех, а потом запихнуть в бочку, нажав эту кнопку. Переполнение, быстрее, Гарри! Удачи. Удачи. Хорошо, Гарри, какое умение! О боже. Какое умение ловить слизни, да, от Рона. Как ты, Рон? О, я никогда больше не хочу убить этих тварей в жизни. В следующий раз я достану Малфоя. Как он может обзывать Гермиону? Рон, это всего лишь слово. Да, но грязное слово – это самое страшное, на что он способен. Так он называет тех, у кого родители были волшебниками. Существуют некоторые волшебники, которые считают, что они лучше всех. Спасибо за защиту, Рон. Наверное, тебя подвела твоя волшебная палочка. Я все еще ощущаю этих тварей. Кажется, мне снова нужно почистить зубы. Оу, посмотри, который час. Нам лучше найти профессора Локхарта, а то мы опоздаем на занятия. Нам надо? Правда, Гарри, я не хочу знать, что ты имеешь против профессора Локхарта. Он фантастический преподаватель. Кажется, что он так считает. Доберитесь до урока защиты от черной магии в Верхнем замке. Фантастически, она тоже от него в восторге. На самом деле он оказался по фильму даже очень плохим человеком, который всего боится, и он этого всего не написал. Ужас. Это будет действительно интересно. Is that why you've marked all Lockhart's lesson with little hearts on your timetable? Мне нельзя. Are you okay, Harry? Все равно мы пошли. Пойдем. Ой, боже. С подвышкой, конечно. Надо было изначально делать нормально озвучку, потому что нереально играть без смеха. Народ.
Ну ладно, снимет, то с нас очки, наверное. Вот это... Мудрая словечка, Гарри. Ты вовремя успел на очень важный урок. Опять заново. На очень важный урок. Вот специально отправляю. Давай, Гарри! Просто великолепно! Так держать, Гарри! Я знал, что ты первым сюда доберешься! Похоже, что у меня нет никаких подписанных фотографий, но тем не менее защита против злой магии уже начинается. Да. Фотографии. Нафиг нам ваши фотографии нужны-то вообще? Привет, класс! Я Гилдерой Локхарт, пятикратный победитель лучшей улыбки волшебника. Сегодня я научу вас, как использовать новую магию. Это же Жибертификус Тоталитус. Тоталитус. Следите за моей дорогой палочкой, проделайте это. Готов? Отлично! Очень стильно, прямо как я. Класс! Ага. Это точно. Все очень просто. Готовы? Класс! Отлично! Очень стильно, прямо как я. Еще один разок. Класс! 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 Отлично! О, сотка. Наконец-то. Вы получили следующую отметку. Поздравляю! Вы получили кубок защиты против злой магии за свою работу. Отлично, просто отлично. Итак, теперь за дело. Я
Я предупреждаю, вы можете столкнуться со своими ужасными страхами. Пока я тут, они не могут причинить вам вреда. Спокойно. Готовы? Свеженькая кониш Пикси. Не волнуйся, я поймал ее раньше. Мы в полной безопасности. Так, я попрошу вас троих отложить этого маленького друга и всех остальных посмотреть в клетке. Увидимся после урока. И слинял. Похоже, что Локхарт хочет, чтобы мы дали ему в руки опыт. Я позабочусь об этом. Когда Пикси станет красной, ты можешь использовать новую магию. Петрификус тоталитус! Ты можешь только поднимать его, пока он стоит. Вингардиум Левиоза! Отведи. Просто, теперь ты можешь попробовать, Гарри. Разве, профессор? Окей, я постараюсь, но моя палочка теперь ведет себя очень странно. Патрификус тоталитус! Вингардиум Левиоза! Отлично, Гарри, я проверю, чтобы эти штуки не убежали, а ты поймай всех остальных. Очень хорошо, Поттер. Тебе лучше зайти к юному Висли наверху. Увидимся позже. Висли. Так, к юному Висли мы сейчас и пойдем. Прекрасно. Так, выпиваем. Патрификус тоталитус! Вингардиум Левиоза! Патрификус тоталитус! Вингардиум Левиоза! Патрификус тоталитус! Вингардиум Левиоза! Ну, с первого раза, как говорится. Патрификус тоталитус! Вингардиум Левиоза! Патрификус тоталитус! Патрификус тоталитус! Вингардиум Левиоза! Патрификус тоталитус! Вингардиум Левиоза! Да-да-да, это пипец. Отлично, вы прошли мои тесты. Очевидно, что я смог одолеть этих пиксев одним махом своей волшебной палочки. 20 очков Гриффиндору за отличных студентов. Да уж. Разве не чудно? Боже мой. Ну, с голосом тут, конечно. Ужас какой-то. Ой. Ребят, интересно, что у вас А этот Хэллоуин будет моё 500... Завтра я буду проводить потом... Будет. Возможно, вам стоило сказать, что сэр Петрик может очень быстро...
Увидимся завтра с вами в пещерах! Поминки? Я никогда не слышал о праздновании поминок. Очень печальное событие. Да-да-да, есть такое сходство, согласен. Ой, боже. Гонка за кубок дома продолжается. О, самое интересное, кто победит сейчас? Ренвенгло? Папл Буф? 120. Слидерем? 160. Гриффиндор? Гриффиндор, ведущая башня по своим очкам. Дом разрывается. Так, народ, давайте первую часть мы на этом закончим. Продолжение будет завтра на Ютубе с этого момента. А сейчас мы, наверное, пойдем на Twitch с вами что-нибудь играть или смотреть. Выберем, короче, что-нибудь придумаем. Так что буду ждать на Twitch через минут 15. Как раз. Так что жду вас с нетерпением на Твиче, народ. Давайте, до скорой встречи.